И память. Память у нас, вот она, с Китая, фирма Ребота. Все ссылки в описании я тоже оставлю, где чего заказывал. Ребота. За небольшие деньги. Посмотрите, если вас устроит, тоже заказывайте. Ну и да, тут в принципе не имеет значения, в какую планку. Я всегда просто привык вставлять вот в эту первую. Здесь все-таки поближе к кулеру. Лучше, возможно, будет охлаждаться. Надо чуть придавить до такого щелчка небольшого. Раз, раз. Все, вот она как бы сама зачелкнулась. Так, есть.